Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 9 на странице 78 учебника математики для 2 класса автора Дорофеева. В коробке была 9 конфет с шоколадной начинкой, 5 конфет со сливочной начинкой и 7 конфет с фруктовой начинкой. Из коробки взяли 16 конфет. Была ли среди них конфета с фруктовой начинкой, а со сливочной? Итак, нам известно, что с шоколадной начинкой 9 конфет, со сливочной 5, с фруктовой 7. Взяли 16. Была ли среди них конфета с фруктовой начинкой? Если мы возьмем 9 конфет с шоколадной начинкой, 5 конфет со сливочной начинкой, то это получится только 14 конфет. А взяли 16, значит, должны были взять хотя бы 2 конфеты с фруктовой начинкой. Теперь давайте посмотрим, со сливочной была ли. Мы возьмем 9 конфет с шоколадной начинкой, 7 конфет с фруктовой начинкой. Это получится уже 16 конфет. То есть могли ни одной конфеты со сливочной начинкой не взять. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.